Почти на 70% выполнена доходная часть бюджета городского поселения Щелково за 9 месяцев текущего года. Поступления составляют более 700 миллионов рублей, показатели выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные были озвучены на заседании комиссии по бюджету и планово-экономической политике Совета депутатов города Щелково. Основные поступления – налоговые и неналоговые доходы. Расходная часть выполнена на 61% и составляет более 650 миллионов рублей. Информацию депутаты приняли к сведению, обсудили народные избранники и внесение изменений в городской бюджет в сторону увеличения доходной и расходной частей. Так, почти на 200 миллионов рублей увеличены межбюджетные трансферты из бюджета региона. Средства предполагается направить на жилищно-коммунальное хозяйство, обеспечение жильем молодых семей, развитие дорожного комплекса. Но основная часть суммы, 170 миллионов рублей, предназначена для проведения капитального ремонта объектов водоотведения на 2015 год и будет направлена Щелковскому водоканалу. Магистральному коллектору Соколовский необходима реконструкция. Из-за износа на коммуникациях регулярно происходят аварии. Средства выделяются из бюджета области по программе софинансирования. 80% предоставят из региона, 20% из местного бюджета. 170 миллионов выделяют нам на коллектор, на наш Соколовский основной коллектор, на два самых больших участка, которые постоянно у нас рвутся. Только в этом году мы сверх тарифа потратили туда 12 миллионов. Это от Звездного городка, который идет от Чкаловского кусок, и КНС Соколовки от Королева. Мы знаем, что у нас очень много было аварий, особенно в этом году это все увидели жители и почувствовали на себе. Поэтому мы готовы принять эту сумму и, естественно, ее софинансировать. Информацию народные избранники также приняли к сведению. В целом заседание прошло в продуктивном ключе. Комиссия по финансам плановой экономической политики была проведена, естественно, и эффективно. Мы планируем рассмотреть эти вопросы на ближайшем заседании Совета депутатов городского поселения Щелково. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».